Вот и Новый год пришел. Как скучно. Все будет как всегда. Сначала пир, потом бал. Или сначала бал, а потом пир. Надоело все, но придумайте что-нибудь. Успокойтесь, Ваше Величество, мы обязательно что-нибудь придумаем. Думайте быстрее, а то я злой, разозлюсь и отменю Новый год. Навсегда! А что, если нам объявить рыцарский турнир? Да вы что, с ума сошли, обалдели что ли? У нас было 10 рыцарских турниров. У нас все рыцари погибли в бою, раненые, больные. Мы всех рыцарей поставили на войну. Ну хорошо, хорошо. Об этом даже речи быть не может. Хорошо, хорошо. Тогда устроим королевскую охоту. Какая охота? Господи, каждую неделю королевская охота. Каждый день то кабанчика забьем, то лань загоним, то куропаток подстрелим. У нас, во-первых, в лесах уже кончились животные, и скоро будем охотиться на коров, коз и на домашних куриц. Ну, тогда, может быть, королевский бал? Ну, королевский бал уже был, знаем, проходили. А нельзя придумать что-нибудь поинтереснее, а? Вы знаете, насколько я привередливый, насколько я требовательный. Ну и королю все можно, капризный король. Ваше Величество, вам не угодишь. Что же нам делать? Придумайте что-нибудь. Как это, что же нам делать? А может быть, устроить новогоднее представление? Хотите, мы покажем вам новогоднюю сказку. Нуктис. А это интересно. В стране в старой сказке, в русской сказке, снежный терем есть, а в нем спит Снегурочка-царевна беспробудным крепким сном. Спит она, но вот сегодня, пробудившись ото сна, к нам на праздник зимней сказки в гости явится она. Любимицу нарядную, мы вас на праздник ждем. Снегурочку нашу милую, нарядную, красивую, к нам в гости позовем. Зовите, зовите. Снегурочка! 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 Все меня на праздник ждут, все Снегурочкой зовут. Здравствуйте, девочки! Здравствуйте! С Новым годом, с новым счастьем, с новой радостью для всех. Пусть звучит под этим сводом песни, музыка и смех. В Новый год пусть происходят разные чудеса. Ну а сейчас нас зовет «Синяя сказка». Жили-были колдунья, разбойник и лиса. Ну сядь, значит, если не хочется. Ох, и соседи мне достались. Разбойник вечно лежит на печи. И колдунья красавица. Все время она хочет куда-то попасть, на какой-то или бал, или куда-то на какой-то праздник красоты. Красавица нашлась. Черненькая платьечко, ленточка в косе. Кто колдунья не знает, колдунья знает все. На празднике ведьмочки соберутся, станут все в круг. Я танцую лучше всех подруг. Ух, кочергой бы вас до веника. Ни солений, ни варений, ни добрых слов. Да. А с вами лапу протянешь.
Да уж, чай выпили, картошку съели. Да. Печки вон дрова догорели. Что же будем делать? Что делать, что делать? Давай лесу съедим. Вы что, соседи, с ума сошли? Бежать отсюда надо, от вас подальше. Лови ее, лови, лови, лови. Им все только спорить и спорить. Давай лучше про моего Дедушка Мороза поговорим. Дед Мороз старик хороший, верно? Да! Он приходит, носит шляпу и калоши, верно? Нет! Он приносит детям елку. Да, да. Да! Верно? Да, да. Он приходит ровно в 7? Нет. Дед Мороз боится стужи, верно? Нет. Нет. Со Снегурочкой он дружит. Да. Да. Он приходит с серым волком, верно? Нет. Что ж, ответы даны верно на вопросы. Знаете вы все про Деда Мороза. А вот что значит, настала пора, которую ждет вся детвора. Позовем Деда Мороза? Да. Зовем. Зовем Дедушку Мороза. Дед Мороз! Привет! Здравствуйте, девчонки и мальчишки, веселые ребятишки. Дети очень славные, веселые, забавные. Поздравляю всех вас с веселым праздником. Поклон от меня вам всем проказникам. Дедушка, какие проказники? А ты считаешь, что среди этих девочек нет проказниц? Нет. Нет. А мы сейчас сами у них спросим, давай. А ну-ка, девчонки, ответьте, есть ли среди вас проказницы? Нет. А безобразницы? Нет. А шалунишки? Нет. А послушные ребятишки? Да. Ай, молодцы какие. Ну что ж. Ох, дедушка, тебе бы только пошутить. А что же делать? А между этим, между прочим, еще елка не ждет. Как это? Непорядок каков. На нашей елке нет огоньков. Чтоб елка вспыхнула огнями, вы воспользуйтесь словами. Раз, два, три, елочка горит. Раз, два, три, елочка горит. О, какая елка у нас красивая. Видно, может, да? Встанем? Какая красивая. Нет, давай вокруг, ребята, становитесь. Будем водить хороводы. А ну-ка, давайте хороводы за елочки поводим. Ну, вы потроили. Ладно, ну, возьмите, дорогие. Дорогие, берёмся за руки. 10-12. Да, ручки, давай за ручки. Давайте, так. Все знают слова. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой ветром стройная, зеленая была. Метели пела песенку с елочкой борьбой. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка, сереги, под елочкой скакал. Морою волк, сердитый волк, трусою продвигал. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Молодцы, молодцы. Садитесь на свои места. Я корону одену, можно? Нет, пока. Да. Софи, чтобы она сломается. Вот. Нет, почему?
Фигурочка, а порядок ли у нас охлаждения? Да какой порядок, дедушка? Снега нет, сосулек нет. И ну, вообще. Это не беда, сейчас я это исправлю. Я подую своим волшебным дыханием. Станет прохладно, закружатся снежинки. Так. Ну-ка. Так, ну со снегом порядок, а как с остальным? Мосты через реки поставили? Поставили. Подарки приготовили? Приготовили. Северное сияние развесили? Развесили. А звезды да мы не посчитали? Как так? Не может быть. Ай-яй-яй. Ну тогда ты, внучка, с этого края начинай, а я здесь пойду считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, какой-то. Восемь, девять. А Стивили с ним мешок и внучка. Так, а что будем воровать вообще? Дай внучку. А мне мешок больше нравится. Давай внучку. Она вам будет борщ варить. А мы с тобой будем разбоем заниматься и на печи лежать. Ну ладно, уговорила. Девочка, а девочка, да. Конфетку хочешь? Большую. Большую? Все. А маленькую? А с яблочками? Три. Так, все. 3 689 000. Снегурочка, где ты, внучка? Что такое? В сугроб, что ли, провалилась? Не пойму, Снегурочка, нам шутки шутить некогда. Нас дети ждут. Что такое? Что такое? Что стряслось? Что случилось, Дед Мороз? Снегурочка пропала, лисичка. Только что была здесь и нет ее. Девочки, вы не видели Снегурочку? Нет. А где она? Она разбойники забрали. Да, ну не переживайте, не волнуйтесь. Со Снегурочкой будет все хорошо. Мы придем к ней на помощь. Вот, а теперь таскай ее под сугробом. А говорила, сама пойдет, сама пойдет. Девочка, а как тебя зовут? Как тебя зовут? Снегурочка. А ты работящая? Да. Больше умеешь варить? Какой, с капустой? С капустой. Не, мы с Дедушкой Морозом мороженое любим. Мороженое, мы сами, ну как мы можем рисовать мороженое? А что ты умеешь делать? Фу, ничего не умеет. Навязалась на нашу голову. Смотрела тебе мешок понабрать, а ты все внучка, да внучка. Что ты, Дед Мороз? Ах, вы разбойники, а ну-ка давайте мою внучку, а не то я из вас еловых шишек наделаю. Ой, не надо, ой, боится, ой, больше не будет, ой, больше не будет, ой, больше не будет, больше не будет. А ну, прошу сюда, вот она место. Избавились. Наконец-то мы избавились от этих разбойников, негодяев. Фух, теперь я хочу стихи послушать. Устал дедушка по лесу бродить. А ну-ка, кто знает стишок, выходите, расскажите дедушке. Ну, кто первый? Пожалуйста, слушай. Если кончится мороз, снег растает белый, что же Дедушка Мороз бедный станет делать? Побежит с него вода ручейками на пол, с бороды его тогда тоже станет капать. Ой, молодец, давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Так, держи маленький сувенир тебе за стишок. Спасибо. Спасибо. Анастасия, давай.
Так, стойте, давай вот так вот встанем, вот сюда, чтобы все слышали, и рассказываем. Дедушка Мороз тебе тоже даст сюрприз. Пожалуйста. Ты же была, да. Давай, Дашенька. Сюда, пожалуйста, ставь. Чтоб все видели. Ёлочку кроем мягким светлым светом. Будет спать зимой, дожидаться лет. Молодец, Дашенька. И мне пожалуйста, тоже сюрприз. Ну, кто у нас остался еще? Ева? Давай, пожалуйста. Стоп, разворачивайся, да? Это твой папа. Я вот замечаю сейчас. Я вот замечаю. Тихо. Добрый дядя, замечаю. Так, ничего, финансы есть. Чтобы сумма осталась. Давай, а ну-ка, Софийка, еще раз расскажи, пожалуйста. Давай, папочка, с ней. Ну-ка, ну-ка. Так, давай, возле Снегурочки. Ставь, пожалуйста. Повернись туда и рассказывай. Туда, прямо. Лицом туда. Вот, на маму смотри на маму, и расскажи стишок. На маму смотри. На маму смотри. София. Вот так, да. Так, давай. Если кончится мороз, снег растает белым. Что же Дедушка Мороз бедный станет делать? Побежит с него вода ручейками на пол. С бороды его тогда тоже станет капать. Молодец. Ну, молодцы. Так, садитесь. А сейчас, друзья, сыграем в интересную игру. То, чем елку наряжаем, я сейчас вам назову. Если я отвечу... Если я скажу вам верно, говорите «да» в ответ. Ну, а если вдруг неверно, говорите смело «нет». Договорились? Да! Ну, давайте. Разноцветные хлопушки. Наряжаем мы на елку? Да! Одеяло и подушки? Нет! Раскладушки и кроватки? Нет! Мармеладки и шоколадки? Да! Шарики стеклянные? Да! Стулья деревянные? Нет! Плюшевые мишки? Да. Да. Буквари и книжки? Нет. Бусы разноцветные? Нет. А гирлянды светлые? Да. Туфли и сапожки? Нет. Чашки, вилки, ложки? Нет. Конфеты блестящие? Да. Тигры настоящие? Нет. Шишки золотистые? Да. Звездочки лучистые? Да. Ну, молодцы, нашумели, насмеялись мы все с вами от души. И веселые девчонки были очень хороши. Известно всем под Новым годом, да? Каждый ждет. Кому-то утром Дед Мороз в мешке огромный подарок принес. Ну и для вас здесь добрый час. Подарки есть для вас. Не может быть. Снегурочка. Не могу найти мешок с подарками. Может, ты его забыл в лесу? Да нет, я точно помню, что здесь ставил, потому что я не вижу его сейчас. Где же он делся? Он же мешок. Давай поищем. Это разбойники. Нет, мешка здесь не видно. Разбойники. Скорее, мешок неси быстрее. Давай. Еле донес такой тяжелый. Давай, развязывай, показывай, что у нас здесь. Виза. Позовите меня больше. Дед! А, опять вы! Опять вы тут! Что случилось? Ой, не хотим мы этого! Мы этого не хотим! А, вот так! Видите, девочки? Что заслужили, то и получили. Кто нечестными руками моего мешка касается, тот у того всегда из подарков тряпки получаются. Так, а теперь подходите, девочки, я вам подарю настоящие подарки. Так, уберем эти тряпки ненужные. Так. Подальше отойдите, Дед Мороз не видит вас. София. Две. Так.
Держи. На колюбка не надо. Это мне. Так, и тебе, Даша. Я люблю колюбку. Это Еве, колюбку не отдай. Колдунья забрала у Евы подарок. Так, а еще? Мам, еще одна девочка осталась без подарка. Ну, мам, вы девочка или мальчик? Я просто взяла девочки. Слушай, что пустую девушке? С Новым годом поздравляю. Тихо. Тихо. Заходите сюда. Смотрите, а мы тоже не забываем. А мы тоже все подарки дедушка хотим. Ну, вы же вредные такие. Ну что, девочки, простим их? Да. Ну ладно, так и быть. Вы в своей избушке тоже найдете гостинцы от меня. Мы больше не будем и хорошими станем. Ну ладно, поверим вам на этот раз. С Новым годом поздравляем. И наказ мы вам даем, чтобы вы были все здоровы. Хорошели с каждым днем. Чтобы в вашей жизни было и веселье, и смех. С Новым годом поздравляем всех-всех-всех. Вот пришла пора расстаться, но не нужно огорчаться, потому что через год Дед Мороз опять придет. И я хочу вам напоследок сделать одно пожелание. Я хочу, чтобы в целом мире, в каждом доме и в квартире были шутки, песни, смех, и веселье, и успех. Чтобы в доме был излишек, и девчонок, и мальчишек. За столом друзей побольше, новогодний торт потолще. Не вино пить, коньячок, на закуску судачок. От души повеселиться и под елку не свалиться. С Новым годом всех! Хочу сказать по этому поводу. Сказка хорошая. Мне понравилось. А вам, девочки, понравилось? Да! Ну что ж, дорогой мой король, я очень рада, что вам понравилась наша сказка. Ну а теперь, пожалуйста, всех приглашаем к столу и с Новым годом! Ура!